Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Сегодня пишут о том, что невестка Аллы Пугачёвой умерла во сне. Вот что пишут СМИ по этому поводу. Сегодня стало известно о смерти бывшей жены племянника Пугачёвой Влада. Он очень близок с Пугачёвой, этот племянник. Виктория Фадеева неожиданно скончалась в возрасте 48 лет. Совершенно неожиданно. Влад и Виктория давно не жили вместе. После развода с родственником Пугачёвой Виктория уехала из Москвы в родные края. Завязала с запрещенными веществами, тихо жила за гражданским мужем, сторонясь любой публичности. В свое время очень много гремело имя этой невестки, потому что ребенка их забрала Пугачёва к себе. Его воспитывает ее водитель сейчас. Значит, как стало известно журналистам, Виктория, то есть невестка, скоропостижно скончалась, значит, во сне, остановилось сердце. У Виктории остался старший сын, также младший наследник от племянника Пугачёвой. Последнего, то есть вот племянника Пугачёвой, сына от племянника Пугачёвой, еще в ранние годы забрала под опеку звездная бабушка. Алла Пугачёва переживала за судьбу ребенка, ведь родители страдали от наркотической зависимости. Алкоголь – это курение – зло, занимайтесь спортом, значит, наркотики – зло. Запрещенные вещества доводили Викторию и Влада Пугачёва до критического состояния. Несколько лет назад Фадеева даже впала в кому, а у мужчины отнялись ноги. К счастью, пара смогла найти в себе силы поставить точку в пагубных пристрастиях. Оба начали придерживаться здорового образа жизни. Сейчас младший сын Виктории находится в семье водителя Аллы Пугачёвой. Игорь Польшиков официально усыновил ребенка, окружает его родительской любовью. Пугачёва подарила мальчику недвижимость в Москве. А значит, отец ребенка Влад Пугачёв уже 3 года женат на бухгалтере Гюзель. В 2020 году у него родилась дочь, которую назвали в честь бабушки Аллы. То есть невестка, сына которой, собственно говоря, Пугачёва взяла под свою, скажем так, опеку. Умерла во сне. Вот такие новости, друзья. В глубинке жила и раз не стала. Что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.